Нет, ты чё? Нормально же спал. Держать. Чё, реально, тут можно высыпаться за полчаса. Вот эта вот подушка я всё-таки с собой домой унесу. Она потрясающе мягкая. Прям все, вот так вот на нее лег. И гравитация тебя победила. Ты с ней больше никогда уже не можешь встать. Ну вот на самом деле простора не хватает. Очень комфортно, очень мягко, прекрасно. Все, вот и массаж по спине идет и так далее. Но рост у меня средний, а ногами я уже до сиденья достаю. Так что я все-таки, пожалуй, дождусь следующую версию, которая будет там полбом называться. Вот, куплю уже ее себе, чтобы совсем ногу на руку закидывать. Надо еще палку для селфи себе взять, потому что, чтобы температуру отрегулировать, мне приходится вот буквально вставать и идти по салону до вот этого блока, который на самом деле как в Майбахе. Вот. Еще если присмотреться, это такая странно ухмыляющаяся такая ротация, такая вот рожа. Серег, дай камеру, я ее покажу прям. Да? Вот, собственно, она. Вот два глаза и рот дисплея. По странному стечению обстоятельств, если посмотреть на руль с приборами, будет еще одна рожа. Третья рожа в салоне S-класса и Майбаха, это вот эта вот четырехглазая, тоже с такой вот странной улыбкой. Еще из странности есть у нас подсветка, которая книжный свет. Она с одной кнопки включает сразу вот здесь вот огоньки и вот здесь. А выключает она их, соответственно, по очереди. Вот эти погасли, это еще нет. И вот только сейчас погасла она. То есть то же самое, что с стеклоподъемниками. Все в два движения происходит, нельзя сделать одним нажатием кнопки, чтобы все открылось. Раз и только второе. Ну, это, конечно, динамик потрясающий. Звучит невероятно абсолютно эта акустика. Можно сидеть, просто слушать концерты и, в принципе, никуда не выходить. Здесь у нас отсек. Единственное, нет, собственно говоря, холодильника для бутылки шампанского. Это все просто боксы, они неохлаждаемые. Есть подстаканники с охлаждением и, соответственно, подогревом, но целиком бутылку сюда не поставишь, поэтому в любом случае приходится охлаждать ее в кабинете перед тем, как ты поедешь с работы домой. Все вот эти крышечки, они у нас, естественно, с вот такими вот модными приводами какие-то. О, смотри, заработал, начало нормально открываться. А еще из него очень неудобно выходить. Вот, допустим, мне кто-то открыл дверь, мне приходится делать вот такое вот совершенно неблагостное движение, чтобы выходить. Ну и, соответственно, садиться назад, это тоже, это вот как-то так. По-моему, в Ламборгини даже проще садиться, чем вот этот Майбах. Но зато сел и все, и умер. Серег, вырубай, я больше не хочу ничего говорить в камеру, я хочу просто отдыхать.